Приходит женщина к врачу и говорит: доктор, у меня такая маленькая грудь, сделайте, чтобы она шикарная, красивая была. Доктор: да без проблем. Сколько денег? Доктор: 500 евро. Ну, сколько платите, такая будет грудь. Операция прошла успешно. Она встает: доктор, а как сделать, чтобы она прям чуть-чуть бы еще попышнее была? Да все нормально. Вам всего лишь нужно сделать вот такие движения, и грудь будет пышная. Она встала так, хлоп-хлоп, и правда грудь такая красивая, пышная. Доктор, спасибо вам большое. Идет она, значит, прогуливается по парку, она встречает такой симпатичный мужчина. Она так остановилась, хлоп-хлоп, грудь прям фух. Она: мужчина, а можно с вами познакомиться? Мужчина так остановился, раздвинул ноги, хлоп-хлоп. Да с удовольствием!